и раздавим в лепёшку. Нет, их нужно подрумянить и запечь со щепоткой шалфея. О, звучит очень аппетитно. Хватит дёргаться. Не получается. Да плевать на специи. Мы здесь так провозимся всю ночь. Рассвет уже не за горами. Пошевеливайтесь. Не хотелось бы превратиться в камень. Стойте! Вы совершаете чудовищную ошибку. До них не достучаться. Они же без мозгов. Они без мозгов. Тогда что про нас говорить? Я имел в виду, что вы ошиблись с приправой. Что? Что не так с приправой? Вы их нюхали? Тут нужно что-то посильнее шалфея, чтобы их слопать. Что? Что ты знаешь о том, как готовить гномов? Заткнись. Помолчи. Пускай этот ворохобит говорит. Знаете, секрет приготовления гнома в том... Да. Продолжай. Нужно... Открой нам секрет. Да говорю же вам. Нужно сначала... Ну, освежевать. Что? С тебя надо кожу содрать. Что, в самом деле? Том, неси разделочный нож. Я этого не забуду. Никогда не прощу. Да брось ты. Что это за чушь собачья? Я столько их слопал, не сдирая кожу. Глотаешь прямо вместе с ботинками. А он прав. Нет ничего вкуснее сырого гнома. Он такой хрустящий. Нет, только не этого. Он заразный. А? Чего? У него черви. В его кишках. У них у всех черви. Они просто кишат паразитами. Жуткое дело. Я бы не рисковал, если честно. Да! Нет у нас никаких паразитов! Это у тебя паразиты! Нет у нас никаких паразитов! Что за... У меня такие паразиты размером с мою руку. У меня самые большие паразиты. Прямо огромные. Полно паразитов. Мы заражены. Заразные мы. Заразные. И что нам тогда делать с ними? Отпустить их, что ли? Ну... Ты вообразил, я не знаю, что ты задумал? Этот мелкий хорек держит нас за дураков. Хорек? За дураков?